Я вас приветствую, дорогие зрители. С вами канал Недвижимость Турции Paradise Alanya. В этот раз я вам предоставляю одну из видовых квартир в Алании по хорошей цене. Глазами крепость Алания видно вот так, как вы сейчас видите. А также видны горы. До моря максимум 950 метров. Максимум до воды. Вид на горы. Огромный первый балкон. Проект был сдан в 2008-2009 году. На крыше есть открытая терраса, зона барбекю. Там более потрясающий вид на все море. Также видите горы, глазами все видно вот так. Открытая парковка снаружи, есть генератор, открытый бассейн. Я вам ее тоже покажу. Вот генератор, открытая парковка. И вот и море тоже видно отсюда. Рядом есть сеть магазинов А101. Впереди ШОК, где-то 100 метров. А на трассе D400, там Мигрес, по четвергам рынок. Вот напрямую вот эта дорога, видите, выходит на ту дорогу D400. И также рынок прямо около этой дороги, который стоит там по четвергам. Устанавливается по четвергам. А также в той стороне в понедельник рынок района Оба. Вот еще раз показываю вид. Снимем фотографию, нужна будет мне. Так. Показываю квартиру. Балкон продолжения. Вот. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Телевизор арчелик. Тоже уезжают, срочно продают. Samsung. Стиральная машинка. Hotpoint Ariston посудомойка. Вид с кухни на горы. Мраморная столешница. Hotpoint Ariston у нас. Духовка, Samsung, холодильник, а также кондиционер Vestel инверторный. Тут у нас прихожая. Вот. Здесь спальня 17 минимум квадрат. Может 20, нет, 20 квадратных метров, очень большая. Первый санузел. Есть вытяжка. Кондиционер здесь старый, не инверторный, нужно поменять. Но в квартире сквозняк постоянно, открываешь окна. Может, из-за этого они даже, наверное, его не включают. Вот прихожая хорошая. Здесь второй санузел. Очень хороший вариант. Цена просто. Так. Здесь спальня. 15 квадратных метров, полезная площадь. И второй балкон. Накопительная система бойлер. Такой вот вид. Это сторона северная. Поднялся я на террасу. Квартира находится не на крайнем этаже. Не крайний этаж. Вот такая терраса. Здесь зона барбекю. Вот это первая. Это вторая. Вот такой потрясающий вид с террасы. Вот там территория. Лестники надо подняться. И бассейн сразу покажу, чтобы не спускаться вниз. Вот такой большой бассейн. Маленькая горочка есть. Вот здесь подъемчики. Ну, они... Уклон небольшой. Вот перед этим зданием внизу есть А101 магазин. Здесь айда 1000 лир. Вот такая видовая квартира, дорогие зрители. Цена этой квартиры 145 тысяч евро. Да, не ослышались. Звоните, пишите по номеру плюс 90-555-064-9110. Она сразу уйдет уже почти
почти вышел на рынок. Мы уполномоченная компания на эту квартиру. Жду вашего звонка. Всем пока-пока.